экономики, действительно, они, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну, а что происходит там, они явно недооценили. Они жили, читая средства свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию. Правда, Путин виноват, там во всем виноват Путин. Поэтому... Мы с ним серьезно поговорим. Да, поэтому здесь у нас неплохо складываются дела.